Здравствуйте, товарищи. Мордодёр. Мордодёрище. Мордодис. Ну ладно. Так. Подарочек. Пятьдесят тысяч. Ура. Дарённому коню зубы не смотрят. Конечно, хорошо 500 тысяч. Но 50 тоже хорошо. А ещё лучше танк с доходностью. Лошадь у нас. Вот что такое. Метки. Ясно, очередная. Разводиловка на деньги. Так, так, так. Так. О, мордодёр и Черчилль Ганкарьер. Черчилль Ганкарьер перешел в разряд коллекционных. Самоходная артиллерийская установка. Английская. 7-го уровня. Но вроде бы сохранил свою доходность. А может? Может. По крайней мере, мы выиграли на ней один бой после обновления 5.5. И не ушли в минус. И то ладно. То на английском танке 2-го уровня уничтожили 5 танков противника и ушли в минус. Хотя там вообще нет, в принципе, золотых снарядов. Мы не используем никакие прибамбасики, плюшечки. Ничего не используем. Что может увеличить вероятность победы. Ничего. Мы не платим за победу. Нам это не надо. А вообще, по большому счету, не важен результат боя. Просто приятно поиграть. И все. Потому что графика симпатичная. О, догадывайте желание. Догадывайте желание. Вы увидели радугу. О, загадывайте. Плюх. И, но он тоже не попал. Это хорошо. Мы не попали, это не очень хорошо. А он не попал, это очень хорошо. Даже очень хорошо. Опачка. Бачок. А, жулик. Прячется. Это француз. Такой приплюснутый. Конечно, кто бы говорил, мы тоже те еще приплюснутые. А, коллега, мордодер, мимо. Это как-то ножи не фугасница. Чё ж так все мимо-то? Вот молодой человек в кустиках. Не уезжай, не покидай нас. Мы попали, по-моему, в пушку мордодера. Вместо того, чтобы в того. Может, в того попали. Ну.
Ну, здесь не посмотреть, что у нас там. Нет, вроде бы у нас ничего, ничего нет у нас. Вот кого-то убили. Коллегу убили. Коллегу. Что такое 160? Надо будет посмотреть. Так. Коллега. Еще один коллега. Еще один коллега. 160 и 680. Сейчас посмотрим, что такое 160. Детально. Здесь видно 160? Не видно. Вот 680 – это нанесенный урон. Что такое 160? Непонятно. Может, это по нашему засвету нанесенный урон? Вот, а здесь 66. По нашему засвету, по вашим разведданным единицы урона. Нет, это как его? А, это французик. Вот, прищу. Приплюснутый. Почти прищуренный, но... Видите, какая прелесть. Прелесть. Опыт за помощь советников. Это мы настучали о месте расположения французского легкого танка. Он за горочкой стоял. А шестерки и наши союзники, если их вообще можно сказать союзники, союзниками назвать. Что такое 160? 160? 160? 160? Да, понятно. Что это такое? Как его знает? У нас попали или нет? А, нет, как ее... Вот ремонт техники 0, так что не попали. Может, это потенциальный урон? Или... Нет, вообще непонятно, что это. Непонятно. Реплеер, чудо. Бою это не показывается, только в реплее. Может, это... Может, это что-то значит, может, это... В ответах Mail.ru там где-то написано. Или на официальном форуме. Интерфейс реплеев. Вот что это такое. Серенькое чернеет. Что это такое? Эта штучка заслоняет нам все. Пол команды заслоняет и все. Как будто так и надо. Точнее, трех человечков. А их можно вот так выдвинуть. Так легче. Дракула за нас. Ура! Зато тигр один за них. Но лучше тигр П. А он за нас. РЛ-44 за нас. Правда, за них Хельсинг. А что такое Хельсинг? Хо! Не знаю. Или Хага. Или Хо. Хо! Или Но. Ладно, не важно. И это тоже не важно. Что это? Стрелочка вниз. Вниз, стрелочка. Что это такое? Ну, не важно. Нам это не интересно совсем. Нет, не интересно. Какая разница, что у них там? Стрелочка вот тяденько подставился.
Бом. 83. Вот это ясно, что такое 83. Урон. Это бац. 90. Тоже ясно, что такое. Теперь 173 у нас. Уронистый урон. Биби! Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Ти-ти-ти-ти-ти. Спрятался. Народ достали. Злобные союзники. За что они такие? За что? К чему эта неоправданная жестокость? Жестокая жестокость. Он там горит в танке. И ничего, ему больно. Зачем так? Но если не они, то он их. Если не они его. Такая подлая игра. Лучше поиграли в дурака. И типа того. Ваншотер. А за ним Дракула. Ок. Союзники заработали 1000 очков победы. Вовремя захватили точку. Решили превосходство. Наверное. Вот у нас такая доходность. Мы, правда, никого не угробили. Урон маленький. Ну ничего, хоть какой-то. И то ладно. Так. Все. Хватит на сегодня. Какой у него там доход? Вот такой же. Ну, конечно, здесь у нас 10 700, а здесь 14. Продон. 5 уровня. А этот 6. Анкарьер. Артадер 5. А вот поражение Мартадер тоже в плюсе. Но укротил один танчик. В общем, в них еще можно поиграть. А на втором уровне это уже невозможно. Вот на нем играть невозможно. 5 танков подбил. И 112 минус за бой. Минус 112 серебряников. Охренеть. И нет там этих самых золотых снарядов.
Нет, просто, в принципе, нет. Один вид снарядов только. Бронебойные. Вот эти вот всякие штучки не используем. Вот эти вот снаряжения, амуниция не используем. Но ушли в минус. На этом танке на другом сервере. На другом сервере 5 трупиков. Нормальное это самое попадание, нормальное. Минус ушли и все на этом танке. Там мы вообще перестали играть на том сервере, потому что у нас там 5 уровня нет. Доходных танков нет, а прокачивать танки себе в убыток за премиум платя, ну это не наш метод. Это дурдом. Да, мы в прошлый раз рассказали, чем это все кончилось. Прогулочка на английском танке 2 уровня. Минус 112 серебряников. Вот на этом. Не ездите на этом танке. Не ездите. Не ездите. Победил. 5 танков уничтожил. 1 повредил. И минус 112. Охренеть. Ну ладно, на втором уровне минус. Охренеть. Никогда такого не было, и вот опять случилось. Благодаря обновлению 5.5. Ну ладно, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем. Всем привет, всем пока.